Так, ну что там, Сергей у нас нарыбачил, идет. Красавчик, он поставил лодку, вон там он. Сейчас. Что ты говоришь? О, салатик взял, да? Да. Что там у тебя на салатик, расскажи. Капуста. Ламинария и морской виноград, да? Отлично, будет два салатика сегодня. Будет сейчас такой салатик бомбезный. А в ловушечках? А в ловушечках у нас... Крабики. Крабики с кривитосами. А ну. И рыбка одна попалась. Ого! И рыбка. А что за рыбка? А, на этом... Это. Ну, я понял, да. Слушай, ну там нормально у тебя. Как? Сейчас крабов выкинешь и ничего не будет, да? Так. Вон там он у нас протока в Анивский залив. Сейчас идет, точнее, вот отсюда вот идет туда отлив течением. Потом будет прилив. А когда пройдет отлив, будет оголиться устричная банка, находится вон в том районе. Пойдем пособираем устриц. Так, Сергей у нас открыл ловушку. Слушай, ну там прям живности у тебя. Страстно руки засовывают. Да. Ой, красавчик. Сейчас кривитосик будет. Ну да, что, они тоже ползают, тоже жрать хотят. Ну все, выкинул, взял.